Друзья, добрый день! Сегодня мы с вами поговорим вот об этих пудрах. Пудрах Color Box, их всего два оттенка. 33-114 светлый беж и 33-115 розовый беж. Вот эти две пудры. И начнем мы тестирование с 33-114. Так, вот она выглядит так. Давайте сразу покажу вам 15 оттенок. Ну, пудры обычно снабжают вот такими пленками защитными и упаковочками. Так, вот 33-115. Сравниваем. 14 и 15. Сразу скажу, что у меня эту пудру любит дочка. Она ее заказывает. Пробуем. 14. Выглядит вот следующим образом. Давайте сразу 15-ю на другой пальчик нанесем. В сравнении, чтобы было. И 15-я. 14-я. 15-я. Наносим рядышком. 14-я. 15-е. Мне больше, конечно, понравилась 15-я, которая с розовым идет оттенком. Она у меня лучше на руке смотрится. 14-я немножко светлее получается. Очень удобно показывать. Теперь наоборот. Вот здесь вот у нас 14-я, а здесь 15-я. Ну, кстати, по текстуре мне вот нравится, они легко наносятся. Легкий пудровый аромат, вот прям конкретно пудровый. Ой, вкусно. Вкусно пахнет, очень нравится. Поэтому с точки зрения матирования, ну, вот я сейчас нанесу. Прям пальчиком у меня чистые руки. На лицо у меня вот здесь вот какая-то штучка такая вскочила, видимо, прыщик назревает. И вот 15-ю сейчас нанесем. Вкусно пахнет. Вот. Немножко суховато, конечно, выглядит. Но вот в принципе для молодой кожи очень-очень хорошо подойдет, потому что подсушивает, видите, держит жирный блеск под контролем. А я, конечно, больше люблю увлажняющие уже пудры Giordani Gold. Но сейчас, в данный момент, вот я пользуюсь пудрой серии V1. Мне она, в принципе, тоже нравится. Немножко вам покажу. Вот такой стойкая пудра. Вот, видите, пользуюсь. Мне тоже она нравится. На этот. Вот. Вот так. Поэтому пудры хорошие. Раз дочка у меня пользуется, значит хорошие. Причем она не первый раз уже себе их заказывает, поэтому берите обязательно. Очень хорошая цена у них всегда. И особенно у кого есть жирный блеск и тип кожи относится к комбинированному и жирному, я думаю, что они вас 100% выручат. С вами была Наталья Невзорова. Если вам было полезным это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится», делитесь им со своими друзьями в социальных сетях, пишите в комментариях ваши отзывы об этих продуктах, задавайте вопросы и до новых встреч. Всем пока-пока!